Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби-кетчер Охотники на зомби. Ну что же, давай смотреть, что нам нужно для улучшения. Так, смотри внимательно, у нас с тобой продать товары 20 штук. Еще продать товары и улучшить веревку. Улучшить веревку у меня не получится, потому что нужно 4000 монет. Так, походьте на диких животных. Так, на чьей стороне мать природа? Поохоться на змей, летучих мышей, крабов и прочую живность. Принимаем вызов. Так, принимаем вызов и смотрим, ребята, что мы можем сейчас запустить. Сделаем так. Нам сюда вот не хватает, да? Ну что, у нас найдены зомби. Поехали. Обязательно будем сейчас, ребята, разбираться здесь. Так, ну что, начнем потихонечку, наверное. Ой, а как же это так? Пеликаша, иди сюда. Опа-на, нормально. Так, давай-ка я его здесь, наверное, закину. Блин, пеликан, ты достал уже меня. А, он не видит. Коломане. Блин, мозги падают, поэтому вот здесь вот будет нормально, я думаю, да? Мне просто хочется посмотреть, кто же там у нас. Есть. Не успела, как говорится, прикрыть свою задницу и за это всхлопотала. Слушай, а вот здесь как быть? Ребят, давай я, наверное, попробую вот так вот сделать. Ты посмотри, что делает. Есть. Так, этого загасил. Этого тоже. Опа-на, не убежала. По-моему, все, друзья мои, всех зомби я поймал здесь. Прекрасно. Так, ну что, сейчас мы с тобой, судя по всему, запустим очередной коктейльчик. Слушай, подожди, а где мне взять... А где мне взять, знаешь что? А, вот они. Слушай, тогда нам понадобятся еще и обычные зомбари. Так, здесь запускаем, а здесь нужно 3. Угу. Так. Ну что, пойдем тогда поищем, наверное, обычных наших зомбиков. Да, я готов ловить их, поэтому пропустите меня вперед. Я очень-очень злой. Мне нужны зомби. Так, синюшник вылез. Прекрасно. Так, синюшника мы завалили. Теперь давай смотреть. Кто там? Желтуха. Желтуху поймали. Так, розовый. Готов. Змея, иди отсюда. Так, а вот здесь интересно будет. Наверное, ребята, нам надо сделать вот так. Есть контакт. Фух. Профи. Ну, согласись, друзья мои. Просто всех поймал. Наказал, нагнул. Так, мне нужно, ребята, 80. Понимаешь, 80 плутона, чтобы нанять себе еще один поисковой аппаратик, который будет нам искать зомбарей. Так, а вот этих-то мы с тобой не нашли, а нам нужны они. Так, здесь-то что нам сделать? Мы можем с тобой... сделать вот так. Угу. И вот так вот сделаем. Так, куда еще? Сюда зарядить или сюда? Ну, можно здесь сделать. И вот здесь. Так, жаробаса мы еще до сих пор... Да, до сих пор еще качаем его. Блин, поиск 6 минут. Да как так-то, ребята? Ладно, я пока, наверное, улучшу нашу веревочку. 20 тысяч! 20 тысяч, друзья мои, следующее улучшение стоит. Ты представь себе только. Так, я 3 из 10 поймал, да? Блин, а неужели нету как-то... Я смотрю, бизнес расширился на территории пляжа.
Купи больше дронов и сможешь находить больше зомби в обеих зонах. Так я бы с радостью. Ну, 180, а у меня 163. Ты же, Рауль, мне не помогаешь в этом плане. Так, зомби со вкусом банана. Так, на пляжу расположение. На вкус как банановая кожура из мусорного бачка. А так пишут, как будто мы знаем, как это на вкус примерно, да? Слушай, а где бонус? Вот он. Давай пойдем пока, ребята, половим бонусных зомби. Да-да, я хочу их ловить. Я хочу их ловить, друзья мои. Я знаю, что они тут будут летать. Ой! Подожди, я не понял. Так, а что? Что не так с ними? Ты понял? Они бросаются, ребята! Да чтоб тебе, а? Так, одного поймал. Есть. Слушай, а как же... Блин, я же про мину забыл совсем. Вот так вот надо было его. Ну хорошо, еще три зомби нам нужно, друзья. Еще три зомби. Есть. Ребятушки, все отлично у нас получилось. Прям замечательно. Ай, красота, ребята, еще. Есть. И есть. Мы с тобой сейчас купим дрон. Да, это приятно, когда такое, ребята. Дрон сейчас покупаем с тобой. Так, этого еще до сих пор давим. А дрон где мы купим? Наверное, вот здесь. Да, я хочу купить. А где он? Подожди, а где дрон? А, зомби обнаружен. Он сразу же, ребята, находит нам зомби, как мы его только покупаем. Ну что же, хорошо, хорошо. Первый раз вижу краба. Так, ну-ка, давай-ка мы здесь встанем. Так, клубничка. Клубничку мы поймали с тобой. Легче пареной репы. Ах ты! Ну как же так-то, блин? Ну... Есть. И краба заодно бомбил. Блин, ребята, одна свалила от нас. Они меня как зайца, знаешь, раскрутили. Как зайцы, ребята. То есть один побежал в одну сторону, другой в другую сторону. Ну, я, тем не менее, всех поймал, ребят. Ну, 4 штуки мне нужно было поймать. И я это сделал. И одну упустил, к сожалению. Так, что у нас тут, все закончилось, что ли? Вот так вот. А нам нужно вот этих вот, да? Так, ну что же, хорошо, нам нужны, ребята, обычные зомби. Освободи зомби. Ну, эти зомби мне не интересны. А почему 8 минут 44 секунды? Почему так долго? Объясните мне, пожалуйста, ребят, почему так долго? Подожди, нам, наверное, вот этот нужно все-таки на болото отправить. Здесь почему-то только один может искать. Я не знаю, почему именно здесь один. Так, а в чем проблема-то, я не могу понять? Почему он не ищет-то? Странно. Вот посмотри внимательно. Он не ищет, ребята. Этот ищет, а этот нет. Ладно, я подожду минуту. Мне не страшно и...
Не жалко, как говорится. Блин, ну почему... Почему он не ищет? Так, ну что тут у нас получается? Угу, этих сейчас додавим, ребята. Но нам нужно будет еще 3 штуки. Да нет, даже не 3. Нам придется, наверное, еще больше, ребята. Потому что мы только... А, нет, все-таки да, еще 3. Десятка мы выжимается из 3 штук. Десятка, да? Так, а я могу, например, вот этот улучшить? Нужны ингредиенты. Какие ингредиенты, я пока не пойму. Извините. Так, а вот здесь вот можно? 9 тысяч, спасибо большое. 10 тысяч. Короче, от 9 тысяч начинается, ребят. Ну что, 3 секунды на поиск зомби. Найдены. И это у нас на пляжике, да, нашлись? Ну что же, пойдем на пляж. Я нисколько, друзья мои, не возражаю. Выкинем. И давай смотреть. Ну в плане, блин. Есть. Фух. Думал, утекет все-таки. Убежит. Но не убежала. Есть, пригвоздил. И этого тоже. Прекрасно. Так, надо еще, ребят, одного поймать. Это вот этого ханорика, который здесь прячется. И это у нас... Как же она меня раздражает, что ее нельзя поймать. Ее можно, наверное, ребята, сеткой на изи выловить, мне кажется. Да, сеткой, кстати, надо будет как-то попользоваться. Оп, один плутоний есть. Так, ну сейчас зато мы с тобой зарядим. Зарядим производство. Опа-на. Опа-на. И жиробасики сюда. Ну, как-то так. Блин, а нам нужны вот эти вот, друзья. Вот эти вот. Вот где они? Вот. Понимаешь? Причем нам нужно будет 4 штуки их поймать. Потому что 40... Как это называется вообще? Как это блюдо называется? Да что ж, как оно, не знаю, ребят. Ну, в общем, вот таких вот нам нужно с собой 40. Так, ну что, 16 секунд, ждем. Нам еще 4 животных нужно подбить. Ну, давай, давай, родные. Ищем, ищем. Готово. Смотрим. А, так они по очереди. Тьфу ты. Понятно, ребят, как это работает. Они по очереди ищут. Вот оно что. Так, ну что тут животина, я смотрю, ползает. А, начнем, пожалуй, наверное, вот с этих. Готов. Бродяжка. Есть контакт. И последний, кто там у нас? Не успел ничего сделать. Как раз тех поймали, что нам нужны были. А вот кто здесь? Желтопуз. Ну, желтопузы изи. Синька тоже изи. Ага, и последний. Последний кто у нас там? Желтопуз. Да ладно. Желтый, ой. Желтый, завязывай давай уже дурковать. Ну и прекрасно, ребят. Поймал я их. Так, слушай, 2. Ну, нам как раз, по-моему... Подожди, сколько нам нужно там? 2 их или 4? 2. Как раз мы их запускаем в производство. Так, этих у нас... А, нет, есть. Желтопузы есть. Так, синька. Синька зло. Вот сюда надо бы, ребят, конечно. Угу. Ну, пока вот так вот. Мы с тобой здесь надавили. Здесь... Так. Ну, в принципе, тут 6 минут, ребята.
И тут 12 минут. Так, я предлагаю подождать немножечко и уже вернуться, когда найдем зомби. Так, друзья мои, ну что, у нас тут 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Мы сейчас будем с тобой ловить зомби, но это уже будет у нас пляж. На пляжу. Ну что ж, давай, хотя нам нужен на самом деле не пляж, но вообще-то... Так, сейчас посмотрим, кто здесь. Опа-на. Краб, вали отсюда. Сколько нам еще крабов нужно? Ага, еще одного. Либо краба, либо летучку какую-нибудь поймать. Ах ты. Есть. Кто там? Не убежишь, засранец мелкий. Хотел уже смыться. А вот, ребята, и крабика поймали. Да чтоб тебя, а. Есть. Оу. Не успела, ребята, не успела она убежать. И этот тоже не успел. То есть я поймал всех. Фух. Ништяк. Что я могу тебе сказать? Очень даже неплохо, друзья мои. Зомби пойманы. Так, плутона, конечно, мало. Всего лишь две штуки. Но зато мы сейчас с тобой сможем заварганить добычу. То есть, получается, здесь и здесь. Теперь нам нужно с тобой поймать двух шляпников. Блин, для того, чтобы поймать двух шляпников, нам нужно с тобой отправляться куда? Естественно, ребята, на болото. Именно здесь. Так, подожди. 5 минут. Блин, 5 минут ждать, серьезно? А почему здесь 22 секунды? Странно. Там написано 22 секунды. Здесь написано 5 минут. Кому верить? А, кстати, давай заберем награду. Ну-ка, Рауль, помоги нам. Ага. Блин, 250 монет и 2 плутона, ребят, всего лишь. Не густо, конечно, не густо. Так, зомби найден. Где зомби найден, ребята? Ага. Все-таки на болоте. Все-таки там, где мне надо. Ну что ж, я очень рад этому. Угу. Давай смотреть. Опа, жирненький. Солидно. Жирненький у нас в дефиците, друзья мои. А синий у нас в броне был. Так, а тут, ребята, секретный зомби. Ой. Да ну. Есть. Фух, я уже думал, неужели мы его упустим. Да нет, не упустили. Так, летучка. Блин, как ты меня нервируешь, а? По одной монетке, но все-таки, ребята, хоть что-то получаем за поимку этих маленьких вредных животных. Так, здесь. Давай ловить. Шляпник попался. Желторотик тоже попался. Ну и последний, кто же там у нас? Желторотик опять же. Прекрасно. Идеальная поимка, ребята. Идеальная поимка. Так, 18:30. Окей. Ну, понимаешь, дело в том, что очень мало шляпников. Нам нужно два, ребята. Нам нужен, точнее, еще один, чтобы закатать его. Вот так вот. Вот такая вот дилемка. Но зато мы можем его здесь поставить на отжим и здесь. Так, влепим сюда. 408. Ну, сюда, наверное, поставим. Вот так вот. Так, 5 минут, ребята. Это ближайшие, да? Через 5 минут будет у нас найден зомби. Ну что же, подождем. Так, ну что, друзья мои, мы нашли зомбиков. И это у нас... ага, на пляжу. Ну что же, пойдем тогда ловить здесь. На пляжу. Так, краб, достал ты меня уже тут. Нервируешь почему-то. Ага. Поймал засранку.
поймал засранку, ребята. Да чтоб тебе. Ну что, да отпусти. Тихо, тихо, тихо. Тихо, краб. Блин, вот здесь немножко, ребята. Ну давай вот так вот попробуем. Опа. И давай еще одну глянем. Да в плане, она еще и в броне, ребята. Она еще и броневая. Тьфу ты. Зашибись, ребята. Она просто идиотка взяла и упала. То есть я бонуса не получу, ребят. Не получу. К сожалению. Это плохо. Это очень плохо. Это просто отвратительно. Так. Ага. Друзья, нам нужны шляпники. Вот хоть что-то делай здесь, но нам нужны шляпники. Так, 17 секунд. Скорее всего, сейчас у нас будет такая возможность поймать. И мы с собой перейдем на 20 уровень. А 20 уровень что нам даст? А ровным счетом ничего. Просто ничего, ребята. Новая постройка будет на 22 уровне. Угу. Так, ну что, я готов. Я готов, ребят, найти. Где они? Где зомби-то? Не понял я. Ловить. Вместе там, вместе с освободить зомби, ребят. Там просто слились они вместе, воедино. Нет, это синюшник. Синюшник нам, ну, нужен. Ну, постольку-поскольку. Мне нужен именно шляпник, друзья мои. Вот они. Вот они, шляпники. Стояли здесь. Ждали, так сказать. Блин, как он долго свой гарпун, ребята, убирает обратно, а? Ты со мной согласен? Очень долго. Выстреливает моментально, а вот забирает он его долго. Нет, это хорошо. Это хорошо, ребята, что он попался. Я уже думал, что мы его не поймаем, так как он в броне. Все. Идеальная победа. Так, слушай, нам, ну, совсем немножко остается, ребята. Буквально 11 значков, и мы с тобой повысим еще себе ранг. Так, ну что, быстренько заряжаем. Быстренько заряжаем. Также нам, где нам можно еще быстренько зарядить? Вот здесь вот, получается, здесь одного. Сюда влепим одного. Здесь нехваточка, да, у нас получается. Ну что, нам надо подождать просто-напросто, когда мы с тобой сделаем. А это произойдет через сколько? Через 2 минуты 34 секунды. Этих будет целый час, ребята, давить. Целый час их будет прессингу, как говорится, заставлять. Ладно, хорошо. Ну, 2 минуты, я думаю, мы подождем с вами. Ничего тут страшного не будет. Коктейль, благо, у нас подается на постоянку. Мне просто хочется посмотреть, в чем будет заключаться 21-й, 22-й уровень. Ну ладно, 21-й, наверняка там что-нибудь надо будет поймать, как обычно. Каких-нибудь зомби, что-нибудь в этом роде. Вряд ли нам тут что-то новенького предложат. Очень хорошо, что быстро давится это все. Так, мы можем, ребята, улучшить с вами. Прибыль станет еще... еще лучше. Смотри, как... Смотри, смотри, какая добыча идет. Моментальная, ребята, просто. Подожди, а... Только что же была офигенная, а почему так опять замедлилось это все? Ну что, друзья мои, последний, последний коктейльчик. И повышаем себе уровень. Есть. Ну что ж, друзья мои, так, улучшение, экипировка, зомби-босс и плутоний. Как тебе такой расклад? А что вот это такое? Купить. Купил. Время перезарядки. Так, это у нас максимальное число ловушек 3 плюс 1.
А это что нам нужно? А, улучшить. 4000 надо, да? И это продать 480 любых коктейлей, насколько я понимаю. А ну-ка, друзья мои, а что за зомби? Вот, 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 ребята. Войти на уровень. Привет, эй, Джей, мне тут попался один сочный монстр, но уж больно он резвый. Хм, блин, и как нам его поймать? Может установить на корабле гарпун и так за ним поохотиться? Хм, ружье. Так, ружье или гарпун? Помню, 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 друзья мои. Вон оно, у нас мало времени на ловлю, скоро он опять скроется. Похоже, для такого парня одного выстрела маловато. Хм, как по мне, это все неприятно напоминает мою последнюю поездку с Раулем. Я тогда чуть своей антенны не лишился. Не волнуйся, на этот раз ты пристегнут крепко. Я поведу корабль, тебе остается только целиться и стрелять. И я вот не помню, как это, ребята, делается. Что? Подожди. А, тут есть. 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 Оу. Да куда ж ты? Готов. Хлопчик. Вот это, конечно, ребят, не очень приятно было. И что же нам эта бабка даст? Что дает нам это вот? Хм, вкуснятина, такой классный вкус. Можно смешивать с чем угодно. Этот красавчик заполнит всю зомбовшималку в той зоне, где мы его поймали. Хм, можно я попробую? Ну, пожалуйста. Так, это что сюда? Вот кликаем. Используйте болотного босса, чтобы начать производство. И что это значит? То есть, просто ставишь этого зомби, он... А может, я не сюда хотел его влепить? Может, мне нужно было в другом месте? Нечестно так. Ага, выманить 50 плутония. Нет уж, спасибо, перебьемся. Ну что, друзья мои, готов я. Слушай, у нас... Опять этот кашель достал меня. Так, ну-ка посмотрим, как этот капкан вообще работает. Угу. Вот так он работает, друзья мои. Блин. Ну-ка. Плохо работает. Не сработал он, друзья мои. Так, ну здесь... Здесь сработал. Прекрасно, всех поймал. Никого не упустил. Итого 20. 20 жетонов, ребята, еще десяточку и новый ранг. Угу. У нас как раз, по-моему, получается что? У нас получается есть контакт, а вот здесь нет, к сожалению, не хватает. Получи болотного охота на босса? А, так это... Подожди. А, нет, ребят, все-таки выманивать надо. Я уже думал, что можно на халяву. Нет, халявы не вышло. Так, нам нужно вот это улучшить, ребят. Зомбовыжималку. Ну, коктейлей мало. 390 за один коктейль или это общее, ребят? Это, по-моему, общее количество. 360. За все. Так как здесь вот 960. Да, ну что-то примерно так. Сейчас босса, ребята, додавим. Тут всего 4 секунды. И что? И после этого нам позволят... Ну да, и после этого нам позволят, ребята... Так подожди. Погоди, погоди. Какие недостающие ингредиенты мне... А что происходит, ребята? Почему я не могу сюда вставить? Почему я не могу двух вот этих сюда влепить? Странно.
Очень странно. Так, друзья мои, ну что, давайте-ка мы, наверное, на сегодня с вами... Нет, сейчас вот один раз поохотимся. И уже после этой охоты будем, наверное, закругляться. Да? Минута 10. Что у нас тут моргает? А, расположение болота на вкус, как тушеная свинина и лягушачьи лапки. Ну, я бы, наверное, предпочел бы тушеную свинину, чем лягушачьи лапки. Хотя, кто пробовал лягушек, говорит, что на вкус, как курица. Но, честно говоря, я не такой гурман. Как по мне, так лучше дайте просто обычную курицу и все. Мне этого было бы достаточно. Ну что ж, 40 секунд. А пока сделаем глоток свежего чайку. Да, ребята, теперь сидим на чайках, как говорится, и на отхаркивающих таблеточках. Потому что, ну, я уже говорил, ребята, что простыл. И у меня очень сильный раздражающий кашель. Вот. Потому что бронхит, это постоянно, ребята, он у меня хронический, так что чуть-чуть где-то просквозило, проветрило. А сам понимаешь, после тренировочки, когда ты распаренный выходишь на улицу, ты же не будешь там сидеть 2-3 часа, чтобы остывать. Получается, вот так вот, пока выйдешь от зала до дома, вот где-то, видимо, сквозануло. И теперь кашляю. Ну ладно, это вас не должно сильно волновать, ребята. Вас должно волновать только одно. Сколько я сегодня поймаю зомби? Какой у нас будет сегодня улов? Так, ну давай, где ты там, охламон? Кто ты? Синька, Синька-чмо. Синька-чмо, по-другому не скажешь. Да уйди ты. Блин, вот веревка, хорошо, что она длинная, ребят. Ну, да ёк-макарёк. Плохо другое. Плохо, ребята, другое в этой веревке, что... Ага. Халявщики. Не получилось у них, ребята. Угу, голодранец получил свое. Захотел чего. Сразу пронзил. По-моему, все. Все четко, ребята, всех поймал. И 21 жетон. Ай, молодцы какие мы. Чуть-чуть не хватило, да, до плутония. Чуть-чуть буквально одного зомбика. Ну да, теперь получается, ребята. Теперь получается, здесь двух нужно, да? Здесь двух, здесь... Ничего не надо. А, ну нужно, чтобы они два были, ребята. Тогда процесс идет. Если их не хватает, то есть... Ну здесь-то поставил, блин. А вот здесь уже все, ребята. Пишут, нужно вот... Несмотря на то, что у нас есть их, есть два, он требует третьего. Ну что, дорогие друзья, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!